Итак, мне тут предоставили ранний доступ в новых Авенджеров, так что сегодня мы с вами посмотрим, поиграем немножечко, естественно, сделаем первый взгляд на эту игру. Если не ошибаюсь, игра выходит 4 сентября, так что, возможно, этот выпуск выйдет до 4 сентября, возможно, после. Я пока что точно не знаю, просто как смонтирую, как сделаю. Фишка в том, что на самом деле это довольно-таки прикольная игра про супергероев новая, потому что я уже частично видел вот бета, когда выходила. Соответственно, здесь очень неплохая компания, очень неплохая боевка. Ссылку на игру оставлю в описании под видео и в комментариях. Естественно, вы можете просто найти в Steam и купить. Погнали, посмотрим на сюжетную кампанию, посмотрим, что она из себя представляет. Будем играть, как всегда, на зверском уровне сложности. Я играю, почти всегда. 95% игры я прохожу на максимальном уровне сложности. Если зайдет, если понравится, если просмотры будут хорошими, будем продолжать. Если нет, то это будет просто первый взгляд, может быть, еще 1-2 выпуска и все. С каждым днем такое случается все чаще. Сильные притесняют слабых. Но Мстители не были такими. Я верила в это всем сердцем. Я все думаю. Это случилось не просто так. Может, именно этого я и ждала. Может, я наконец-то стала частью чего-то большего. Наконец-то. Сиденье не откинешь. Какой красивый. Почему золотые ворота, а он не золотой? Потому что так называется пролив, через который он сделан. Здесь так много детей. Наверняка у них крутые истории. Конкуренция делает нас сильнее. А что, если им не понравится? Если рассказ не подойдет, он должен быть идеальным. Когда ты родилась, твой брат сказал, что ты лупоглазая. Чего? Но мне казалось, что у тебя самые прекрасные глаза на свете. Мы все разные, Камала. Гордись тем, кто ты есть. Люблю тебя, Абу. И я тебя. И я уверен, что ты победишь. О, и ты только представь! И победитель конкурса на лучший фанфик всех времен и народов — Мстители против ящерицы с канализации Камалы Хан! И толпа мне аплодирует! Вот это настрой! Обещай мне одно, в любом случае. О, я же хороший, Абу. О, Бета, важно не быть хорошей. А поступать хорошо. Именно так. Друзья, мы приближаемся к штабу Мстителей на западном побережье и вскоре приземлимся на Химеру. Скорее, Абу, идем! Ладно, ладно, куда так мчишься? День Мстителей. Да ладно. Ладно, погнали побыстрее. Сейчас тормозить не будем. Попытаемся сделать максимально быстро. Добро пожаловать на День Мстителей. Привет, финалистка. Как тебя зовут? Камала Хан. А это мой папа. Юсуф. Хан, отлично. Не забудь поучаствовать в охоте за комиксами. Соберешь все 5 и получишь место на VIP-балконе. Как только раздобудешь все, отсканируй телефон у лифта и проходи. Удачи! У тебя вроде и так полно комиксов, нет? Но я должна попасть на VIP-балкон. Так. Чуть такое замедленное все. Нажимаем V. То есть это чтобы можно было увидеть какие-то места, да? Что за... Да по зеленым подъем. Все так, кто убит злодея. Почему никто не сделает про какой-нибудь супер злодея такую игру? Прям с безумной сложностью, чтобы просто нереально было пройти.
Кстати, я завалил одного залога. Понял тебя. Да, я думал, что игра немножко по-другому начнется. Хорошо, договорились. Я просто сначала не видел, я видел саму боевку на стриме. И я не видел. Ну-ка. Халк смеш. Халк крушит. А, F. Фу, понятно. Мини-игры еще такие. Блин. Ты чего? Да вот, такой комикс у меня уже есть. А нужен с Капитаном Америка для комплекта. Погоди, если у тебя будет повтор, поменяемся? Ха, конечно. Класс. Увидимся. Чё сейчас? То есть можно как бы по-быстренькому махнуться какой-нибудь повторный, да? Ну, если где-то не получается. Божечки, репульсорные перчатки! Боже мой. О, это так круто. А, что еще за мерзость? О, виноват. Ты такая маленькая, едва видно. Не надо склоняться перед сыном Одина. Хоть твой порыв и понятен. Так кто ты? А, Камала Хан. Ага. А что за вещь у тебя в руках? О, высокоплотный мионный луч. Репульсорная перчатка. Первая любовь Тони Старка. Во имя Одина. Такая же опасная, как и он сам. Вы шутите? Угадала. Узри, вот оружие, которое совершенно... Ого. Кто бы ни взял этот молот, если он... Она достойна будет обладать силой Тора. Верно. Вот что отличает поделки Старка и мощь Бога. Наверное, но... Каждый герой должен с чего-то начать. Так? Да, да, конечно. Ты дитя, как я посмотрю, мудра не по годам. О, спасибо. А вы тоже. Камала Хан. Я запомню это имя. Я что, только что говорила с самим богом грома? Офигеть! Главный приз. Комиксы. Ладно, погнали. Соберись. Хорош заигрывать. Но это странно, честно говоря, что он вот так прилетел, и никто такой типа Тор, Тор, это Тор. Да, дзынь отсюда, малявка. Не, давай еще раз. Почти. Почти достойно, это уже неплохо. Вот твой комикс. А, чего? Еще в смысле? А, ну окей, хорошо, договорились. А я думал, что не получилось. Так, секунду, вот здесь еще один. Может быть, это было бы удобнее с геймпада на самом деле проходить, но попробуем с клавомыши. О нет, эти комиксы закончились. Да как так-то? Этим щитом Кэп вырезал Гитлеру во время Второй мировой. С ума сойти. А ну отойди. А, простите. Пускали бы только настоящих фанатов. Эй. С чего ты взял, что я не фанат? Я имею право здесь быть? Думаешь, Мстители твою писанину читали? Вали отсюда! Если весь мир хочет тебя подвинуть, твой долг врасти в землю, как дерево, посмотреть им в глаза и сказать «нет». Подвиньтесь вы.
Что? Кто это сказал? А фанат бы знал. Ага. Да пофиг. Пошли отсюда. Блеск. Комиксы кончились. Знаешь, я бы сказал, ты довольно смелая. Спасибо. Ты поклонница Капитана Марвел. Ее нет здесь, но ты бы ей понравилась. А, простите, вы Капитан Америка. Я Камала. Камала Хан. 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 Это в твоем рассказе были злые ящеры? Из канализации, да. Да, точно. Тор был в восторге. Говорит, в Асгарде ящерица в трубах – это проблема. Вы читали мой рассказ? Мы все прочитали. А, вот это да! Эй, Кэп, нам пора на сцену. Тарлтон уже на взводе. Не видела Тора, он должен быть здесь. А, я его видела. Я видела его. Он был у стенда Старка. Но, кажется, он оттуда ушел. Я сама видела. А это кто? Нат, позволь представить тебе одну из конкурсанток. Это Камала Хан, специалист по ящерицам в канализации. А, да, точно. Мне понравилась история про меня с крышкой люка. Было круто. Разве это сравнится с тем, что вы сделали с мадам Гидрой? Просто жесть. А, может, пойдем на сцену? Точно. Рад знакомству, Камала. Еще увидимся. Увидимся. Чё? Америка! Ты черная вдова! С ума сойти! Что-то как-то кринжово, да, немножко? Ну, нет, нормально, в принципе, сделано для детской аудитории. Но фишка в том, что... А что вдруг они суперзвездами-то стали? Ну ладно, Старк был суперзвездой. Я просто последние все вот эти упустил немножечко и не смотрел уже. Ладно, я... Погнали дальше проходить. Я, наверное, что-то пропустил просто. Круто! Еще комиксы! Бесплатные, ну, просто так. Меня сейчас стошнит. Терриган, шаг к новому миру. Не игрушка для миллиардеров. Не все потеряно. Думай о самом главном. Наша работа изменит мир, Джордж. Я знаю, ты не любишь показуху, но ведь оно того стоит. Ему нужна власть, доход. Обойдется. Это твой шанс. С деньгами Старка и твоим умом ты станешь героем для всех этих людей. До цели нам рукой подать. Вот вы где. Брюс. Где ты пропадал утром? Срочная работа была. Я знаю. Что такое? Ничего. Так, пустяки. Просто какие-то странные показатели. У реактора. Джордж, может, ты был прав. Может, мы поспешили демонстрировать его публике. Давай еще разочек изучим все данные. О, да, да, конечно. Спасибо. Ты уж прости. Смотри, как забавно. Что они у них на коже. Упс. Сейчас. Я, заблудилась? Ну, конечно. Мы получили повторный комикс. Давай отведу тебя к главной сцене, ладно? Подожди, мне нужно повторный комикс обменять. Стой. Может, я смогу поменяться с тем мальчишкой? Да-да-да. Так вот, они даже маленькие прыщики у нее на коже, ну, то есть сделали вот у той девушки. А фишка в том, что, ну, как бы, понимаете, в фильмах там все это стараются замазать. И они здесь в игре стали пытаться делать не идеальными, да, то есть суперменами, супергероями. Или там просто персонажи, во всяком случае, не идеальными, там, суперкрасотками, суперкрасавцами. Ну, окей-окей. С какой-то стороны, может быть, это даже неплохо. Где я этого пацана-то видел, эй? А, вот тут. Эй, я нашла комикс, который тебе нужен. Супер. Давай меняться. С тобой приятно иметь дело. Все, я все собрала. Осталось подняться на VIP-балкон. Пойдем. Соберите 5 эксклюзивных комиксов. Директор Фьюри.
Директор, вас не тревожит, что реактор Геликарьера может не выдержать нагрузки от Терриена? Мы ведь мало знаем об этом. Мы полностью уверены в нашем проекте. Химера — воплощение безопасности и силы Мстителей и щита разум. Спасибо. Бруно мне в жизни не поверит. Девочка, осторожней. Окей. Бета, это лифт к твоему балкону. Сезам, откройся! Идет царица комиксов! А папаша здесь откуда? Новый источник чистой энергии под названием Терриген. Говорят, что он очень мощный. О нем вам расскажет человек, который его. Доктор Джордж Старлок. Спасибо, капитан Роджерс. В реакторе Химеры находится новый минерал. Терриген. 3 года назад я нашел странный камень в заливе Сан-Франциско. Мы провели ряд исследований и выяснили, что... Привет, Сан-Франциско! Город приятных людей, кафе и плохих парковок. Парковка не надеется. Это опасно. Нам надо уходить. Идем. Чертов выпендрежник. Для аварии это слишком. Это не авария. Тор, Тони, вы туда. Лечу. Не отставай. Готовь квинджет, Нат. На всякий случай. Есть. Нам дадут управление? Меня ждешь? О, да, разумеется. Подумал, поддам. А вот это уже куда интересно. Действуем быстро. Тогда догоняй. Постарайся расчистить проход. Есть. Давай! Нам нужна подмога! Давай. Вы недостойны. И? Кстати, мы играем на максимальном уровне сложности. Это сейчас будет весело, я так думаю, да? Зачем мне это? Удерживать ВСД и левый кантер для уклонения? А, для уклонения, все, я понял. Окей, договорились. И я видел как раз восклицательный знак. Это значит, что выстрелят или ударят. Тут люди в ловушке. Много человечков с оружием. Я только что поймал автобус. Надо было плотнее атаковать сегодня. Ну-ка. Подожди. А что на правой клавише мыши? Спокойно. Прицел. И можно бросить. О, шикарно. Нет, это неплохо. Спасибо за помощь. За этими завалами есть еще люди. Понял. Держитесь сзади. Я разберусь. Я разберусь. Блин, никогда не любил такие тонации. Ф. Будет весело. Ну, заряжай. Кто? С кем мы имеем дело? Они пока не представились. Погодите, это же вроде оружие щита. Я свяжусь с командором Хиллом. Кэп, они неспроста напали сегодня. Согласен. Подожди. Я останусь на Химере, пока не выясним, что происходит. Вот это забавно. Нет, такие вот штучки действительно хорошо сделаны.
Давай. Понял, тут не всегда видно шкалу, понял. Помогите, пожалуйста. Ну-ка. Вы ранены? Нет, просто застрял. К счастью, для вас я силен. Спасибо, Тор. Идите в укрытие. Господи, счастье для вас я силен. Чё? Ай, ладно, хорошо. Давай. Не высовывайтесь, помощь на подходе. Ладно. Тут как бы самое главное в игре, ну то есть сюжет-то понятно будет, супергерои, все дела, то есть от сюжета не нужно ждать каких-то супер, наверное, каких-то откровений. Но самое главное, чтобы геймплей был веселым. Забористым. Скуха. Во, вот это хорошо. Воротик. Да, я промазал, понятно. Все, понял. То есть тут немножко нужно привыкнуть к этому делу. Неплохо. Да, держи. Отойди назад, бог грома. Ничего веселья тебе одному. А я думал, можно будет взять за него, нажмите один, чтобы использовать суперприем неистового воина. Понял. О, наглее. Мне это нравится. Я вижу шкалу жизни железный человек. А, да, моя посередине вижу. То есть я наполовину где-то пробил. Блин, сложно, нет, сложно на самом деле. Тут нужно очень четко все делать. Я имею в виду целиться вот так вот на ходу. Смешно. Ну держи. Блин, зараза, действительно. Это неприятно. Верни, пожалуйста. Вот совсем другое дело. Нужно сверху снять. Ай, зараза. А они постоянно приходят, да, понял? То есть убивай, не убивай. Воу-воу-воу, спокойно. Но это самые-самые обычные юниты. Воу-воу-воу, я говорю, это самые обычные юниты. Воу, он сносит просто где-то 50%, даже больше получается. Больше 50%. Там нужно быть супер аккуратным в этом плане. Давай. Где? Бой не окончен, сэр. Эй, пану назад! То есть теперь за Старка, да? Подтвердились. Номерные знаки совпадают с номерами угнанной колонны щита. Это из внутренних сводок Фьюри, которые я не читаю. Ну же, Тони, это важно! Ладно! Ракеты пульса? Рад, что Фьюри держит мою лучшую технику в одном месте. Эти ракеты рушат все кругом. Да, я знаю. Я сам их сделал. Кэп, надо защитить кристалл Терригена, если в него попадут. Да, мы знаем. Доктор Тарлтон направляется в реакторный отсек. Так, ладно, нужно верхних снять. Чтобы прицеливаться, удерживайте правую клавишу мыши. Мстители, колонна везла секретные прототипы. Фьюри ищет грузовую декларацию. Кирилл! Какой? Взлетай! Передай Фьюри, что я обожаю, когда в меня стреляют мои оружием. Будем держать гуси. Гуси жива-здорова. Я не думал, что ты это услышишь. Я хочу его сбить. Блин, нужно уворачиваться обязательно. Уходим наверх. Да давай же, сбей его. Не думал, что ты это услышишь.
Есть, хорошо. Ну-ка. Вот это прикольно. У меня чувство, что с нами играют. И здесь творится что-то еще. Подожди. Уходим. Это шикарно. Хорошо, что у него разный вид оружия. Подожди, это что, хедшот был, что ли? Наверное, не знаю. Тихо, да. Кто додумался поставить пулеметы на грузовики щита? Кто они? Это я. Что там творится, Тони? Да, ничего, все прекрасно. Надеюсь, у них нет. О, у них танки пульса. Кэп, почему корабль движется? Он же не готов. Кто-то запустил протокол безопасности. У Химеры включился автопилот. Все серьезно, возвращаемся. Нет, зачистим мост. Это оружие не должно попасть в город. Принято. За дело, Брюс. Что, зеленый парень на выход? Это прикольно, что надо стрелять за всех. Это действительно весело. Ну иди сюда. Так, подожди, я что-нибудь хватать могу? F, чтобы ударить схваченным противником землю. Или точнее, просто по земле можно ударить. А как хватать? Ау, камушек. Кто это делает-то? Это зараза такая, а? Окей. У меня здоровье прям чуть-чуть осталось. Пошел нафиг. Может, кто-нибудь личинку выдаст, а? Вот, с него подлечились немножко. Что там? Понял тебя. Тихо. Шикарно. Это довольно-таки прикольно сейчас смотрится, на самом деле. Кто стреляет? И не туда! Да нет же! Ну ладно. Спокуха. Слушай, а сколько здесь народу-то погибло, полетели, да? Стой! У меня на хвосте один из их летунов! Надоедливые ребята, да? Давай я. Уже лечу. Пошел вон! Крепкий, а? Я сомневаюсь, что хоть какой-то из костюмов может защитить от удара Халка. Это просто нереально. Возьми. Давай. Отлично. Воу. Это нехорошо. Ладно, пошли. И хилочка сразу, да? Шикардос. Есть, нормально. Хилок бы побольше, было бы шикарно. Ну так, я думаю, что вот такие чекпоинты должны подлечивать, по идее. Был как-то больше настроен на встречу с фанатами и вкусняшки. Соберись, Тони. Честно говоря, такое ощущение, что это для консоли делалось, не для компьютера. То есть вот такое все управление, вот именно консольное, чувствуется прям. А, это же мост «Золотые ворота», все правильно. Я больше не выдержу. Нажмите 3, чтобы использовать клапан грома. Неплохо. Где большой зеленый? Вижу его. Халк, я сажаю пинжет. Давай. Халк, крушить. Что? Ну кинь. Твои изобретения опасны, Стар. Эй, это оружие было для хороших парней. Это что, шутка такая? Хватит уже, соберитесь.
Что там происходит? Сам не понимаю, Нат. Кажется, реактор неисправен. Странные показатели на мониторах. Тянет к тепловому сигналу в заливе. Нат, город будет уничтожен. Повтори, Кэп, я тебя не расслышала. Нат, ты слышишь? Ну, погнали. Никогда не любил Капитана Америку, вот честно. Халк прикольный, Капитан Америка, ну, что-то как не моё. Начать эвакуацию гражданских. Мне показалось, кого-то видел здесь, ладно, плевать. Ну, иди сюда. Хо-хо-хо-хо-хо, да уж. А щитом закрыться не мог? Стив, бьем! Ну, блок. Я поставил блок. Нам перерезали связь. Капитан, у нас проблема! Док, я в курсе. Они пытаются узнать Химеру. Другая проблема. Я никогда прежде не видел таких показателей. Я буду у вас, как только смогу. Спокуха. Давай, какой там кнопкой-то? Суперудар был, нет? Нету суперудара, ну и плевать. В общем, я, честно говоря, ожидал больше, знаете, такую бэтменскую боевочку. Вот серьезно, вот я очень любил Бэтмена, вот Архам, ну, Асайлум и вот такие вот, эти вот как раз части. Боевочка прям просто шикарная. В Мэд Максе она прям даже одна команда делала. Я немножко вот такого ожидал. Здесь что-то как-то... конечно, немножко более плавное, но при этом более дерганное. Не такое отзывчивое, что ли. Ну, это как бы клашматиш и клашматиш, то есть, по большому счету, такой смешер. Битэмап. Но... понял. Что отличает от этих умелых, конечно, это прикольно. То, что их можно так быстро использовать. Тихо. Отлично. Хо-хо-хо-хо-хо. Нет, ну вот это весело, вот это реально весело. Гарлтон, доложите обстановку. Реактор не стабилизируется. Молекулярная структура Терригена распадается, превращаясь в газ. Что-то под нами подпитывает реактор. Это невероятно. Валите его. Так, держитесь там. Корабль так не протянет. Я пытаюсь, я. Гарлтон, Гарлтон, мстители, прием. Что у вас происходит? Знаете, в чем хороший ход? То, что они совместили боевку и повествование там очень хорошо. То, что тебе не скучно сражаться. Ну, то есть, порой бывают такие вот затянутые боевки. Просто скучно. А тут тебе еще сюжет дают. Это хорошо. Давай, гаси. Опять же, не ставьте максимальный уровень сложности, потому что они чересчур толстые. Играйте на чем-то более простом. Ну, если любите челлендж, то да. Пастух? Три, чтобы активировать, понял. Мстители, прием. Автоколонна перевозила высоколетальную ультразвуковую бомбу. Противник хочет взорвать ее в городе. Мы падаем. Повторяю, ультразвуковая бомба. Немедленно захватите ее. Это розыгрыш? Разве ООН их не запретила? А ну-ка посмотрим. Эффектное появление.
Таскмастер. Нам нужен детонатор. Если бомба взорвется, она уничтожит все в радиусе 10 миль. Что? Чего бы все? Подожди, а это я умер, что ли? Мне... Секунду, я умер, что ли? Мне нужно было бежать, я так смотрю ролик и смотрю, нормально все. Роман! Побежали. Ну ладно, я хотя бы ее прикольно сделали. Правда? Вот тебе еще один фильм. Я зову его надрать тебе за... Эф. Ненавижу мини-игры. Опоры моста под контролем. Тут какие-то странные сейсмические показатели. Тони, грузовик! Конечно, не Скарлетт Йоханссон, но тоже ничего. Что делать? Сейчас получишь. Понял. Уворачиваться и стрелять, желательно в спину. А, это легко. Он еще так замедляется перед атакой. Это вам не Dark Souls. Воу-воу. А как ему наносить тяжело так? Подожди, я не понимаю. О, прикольно. Это на клавиши Q было. Это хорошо. И здоровье у него, конечно, просто немерено. Но тут нужно его кромсать. И самому не отвечать стараться урон. А, рано. Нормально. Уходим. В ближнем бою больше всего урона. Мне надоели твои танцы. Наверное, обидно всегда вставать на шаг. Давай-давай. И что ты хочешь сделать? Продать подороже? Мне нужно кое-что куда более ценное. Что же? Не буду портить сюрприз. Отлично. Вернулись. Давай, последние два квадратика. Внимательно. Плевать. Хорошо. Воу. Ну я понял, что нужно делать. О, он подкидывает тебе лечилки. Спасибо. Давай сюда.
Да зачем мне захватывать цель? Отстаньте, уберите свое окно. Мне не нравится камера. Шикарно. Силишься понять, что происходит? Сдаешься? Ни за что! Да ладно тебе. Что же тебе удалось выяснить? Что ты явно не мозг этой операции. А еще, что ты хочешь меня отвлечь. Хватит болтать. Трусиха. В чем дело? Не любишь сюрпризы? Нормально. В следующий раз будь внимателен. Этого ты не ожидала. Думаешь, вы победили? О чем это ты говоришь? Оглянись, Романов. Мир запомнит этот день. День, когда герои подвели их. Что происходит? Город рушится. Стив, ты слышишь? Убирайся оттуда! Это... К черту! Нет. Пять лет назад «Мстители» представили опасную, неиспытанную технологию, что привело к катастрофическим последствиям. Всеми любимый Капитан Америка погиб, предотвращая кражу этой технологии. Погибли и тысячи невинных граждан. На многих остались шрамы со времен катастрофы Дня Мстителей. Сотни заболели, попали в плен странных коконов и, выйдя, обрели особенные противоестественные силы. Неизлечимая болезнь быстро распространялась по всей стране, и хотя и щит, и мстители обещали справиться с ситуацией, конец эре героев положил своим выступлением доктор Беннер. Ваши так называемые герои превратили Сан-Франциско в отравленную газом зону отчуждения. Появились могучие мутанты, сеющие хаос по всей стране. Многие скрываются среди здоровых. Я повторяю вопрос, доктор Беннер. Опасны ли мстители для общества? Да. Объявленные вне закона, некогда могучие герои разбежались. Но из боли родилась надежда. После ликвидации Stark Industries доктор Джордж Тарлтон, также жертва Дня Мстителей и основатель компании AIM, считает науку ответом на проблемы нашей страны. Хотел бы я знать, что случилось с капитаном Роджерсом, но, увы, я был далеко от реактора. Ответов у меня нет, но одно я обещаю. Свой второй шанс я использую, чтобы защитить вас. А им найдет лекарство от болезни нелюдей. Утешительные слова для семей, которых коснулась болезнь. Но правдивы ли они? Многие критикуют методы АИМ. В так называемую армию сопротивления стекается все больше людей. С вами Фил Шелдон с репортажем да, «Годовщину да, Дня Мстителей». Сами не видят, что творится у них под носом. Они взяли идею из DC Universe и сериал «Герои». Куда же вы делись? Должен быть хоть какой-то намек. Что простые люди становятся супергероями. Идея-то хорошая, но... Серьезно? Приветик. Если получится, копируй, что сможешь. Мы тебя найдем. Другое дело. О, Ретро Старк. Мы можем поговорить, Бетта? А, да, конечно.
Через пару часов девочки уезжают в мусульманский лагерь. Ты еще не опоздала на автобус? Сегодня? Мы же это обсуждали. В этой поездке ты сможешь отдохнуть от всего этого. Побыть на воздухе, с друзьями. Наки расстроится, если тебя не будет. Ты прав. Я подумаю. Ладно. Хорошо. Там будет мороженое. О, и главное, там не будет никаких мальчишек. Люблю тебя. И я тебя. Ты не понимаешь. Ладно. Что у нас там? Подсказка к паролю. Первая любовь? О! Если... Что? А... Paper Tots. Давай, Камала, подумай. О, точно! Чё, блин? Да ладно. Ну нет. Не может быть. Боже, я вошла! Чё за бред? Мне просто не верится. Так, всё скопировать. Ну, то есть, Iron Man — это Тони Старк, самовлюблённый кретин. Тони Старка. Что это? Нет, нет! Нет, 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 нет! Накрылся! Точно что-то нашла. Лучше смотреть это в штабе. Надо же, как заволновались. Надо добраться до штаба и посмотреть, что на флешке. Да какого штаба? Когда ты что, прыгать можешь туда? Нет? Если я прыгну, ты разобьешь? Нет? Че сейчас? А, она уже супер. Ну я ее видел просто, я говорю, я видел там немножко стрим кусочек. Она уже супер. Левый альт, чтобы идти. Понятно. Ладно. Нет, подожди, подожди. Давай. А давайте она будет Elastic Girl. Ну или что-то типа того. Задумай, как они придумывали ее. Какая суперспособность ее папы. Очень вкусные кебабы. Вау, нет! Да, так и заканчивается обычно история супергероев. Спасибо, что подбросил. Ну, давай глянем. Вот так. Давай. Кому нужна высокотехнологичная охрана, если только я могу допрыгнуть? Мой штаб. Тут, конечно, бардак, но это мой родной бардак. Ну-ка. Совсем истрепалась. Интересно, они делают такие для огромных кулаков? Так, ладно, давай с тобой смотреть нас. А, здесь, ну, понятно, все нужно смотреть, скорее всего. Амир был бы в бешенстве, если бы это увидел. Хотя мой братец по любому поводу бесится. Так, ладно, стоп.
Там проход, что ли, или что там? Зачем я это толкал вообще? А, ну да, вижу теперь. Нужен мой ноут. Прикольно. Ноут. Джерси Сити, коллекционный предмет. Абу выкинул бы их, если бы увидел. Он все еще винит их за то, что случилось со мной в День Мстителей. А ты не боишься, что он сгорит? Так, посмотрим. Это Химера? Наверное, запись из реакторного отсека. Доктор Тарлтон. Он же был на капитанском мостике. О, Кэп! Что происходит? Обалдеть. Тарлтон запер его? Это не неисправность. Он убил Кэпа. Боже мой, он убил Кэпа. Что? Танцовщица? О нет. Аима охотится за тобой. Убирайся оттуда. Что мне делать? Парк героев? Даже не знаю. Вдруг ловушка? А если нет? Следуй за белым кроликом, Нео. Откуда мы что еще украли? Надо это кому-нибудь показать. Действуй умно, Камала. Отдай эту запись и иди. Кому отдать? Джерси. Понятно, подожди. Пошли, отдадим. О, тихо, 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 тихо. Держись, держись, держись. Давай. Ладно, хорошо. Кто там? Привет. Обнаружен представитель нелюдей. В соответствии с протоколом о нелюдях, статья 3, раздел 8.2, пожалуйста, оставайтесь на месте до окончания сканирования. Что? Один из них здесь? Спокойно. Не бойся. Сканирование завершено. ДНК нелюдей не обнаружено. Спасибо за. Ладно, нормально. Я думал, может, сейчас вас пленают. Не люди. Просто не верю. Видишь, никаких не людей. Скорее всего, не люди, блин. Ну, стандартная фишка, опять же, герои. Сериал герои. Куда нам? Нет, здесь ничего. Блин, я боюсь прыгать постоянно, потому что, ну не дай бог сейчас разобьешься. Хотя какая разница? Бежим. Впервые иду в парк этой дорогой. Наверное, прямо? Раз Тарлтон врет о том, что был на мостике, кто знает, что еще он выдумал. Здравствуйте, я доктор Джордж Шрафф. Супер!
задницу не обдери. О чем я думала? Вот дерьмо! Не очень изящно, но получилось. Так, теперь к статуе Кэпа. Давно не виделись. В детстве родители постоянно меня сюда водили. А им расчищает место под новую клинику. Тупая идея. Да не говори. Все нелюди. Все пропали без вести. Вот из-за чего волнуется Абу. Первый человек, которого назвали нелюдем. Уже 4 года прошло. Джессика Уай. Отсюда статуя Кэпа видна как на ладони. Ну? Подать руку помощи, здоровяк. Халк. Кэп. Давно погиб. Танцовщица? А ну отдай. Эй, ты куда? Домой. Правда? Мы только пришли. Эй, выпьешь? Нет, спасибо. Чего? Скорбишь тут, что ли? Да просто решил мимо пройти, и все. Мимо. Ну же, уходите. Ага. А это зачем? Хочешь, чтобы они вернулись? Мало людей угрохали? Что? Нет. Нет? Нет? Нет. А что тогда, м? От нелюдей прешься? Да ладно вам. Тупые фанаты. Хватит! Ты в порядке? Хм, смотри, у него подружка есть. Зак, зацени сумку. Чего? Вы совсем чокнулись? Я просто хочу домой, ясно? Вы что творите? Мой братишка был на Дне Мстителей. Написал что-то про Капитана Америка. Да при чем тут Кэп? А вот при том, он стал весь фиолетовый. И его забрали. Эй, полегче. Зак, теперь он мертв. Стой! Он мертв. Я сказала, стой! Валим. Она из них. Не трогай ее. Сваливаем. Чувак, ты живой? Скорее, бежим. Отойди. Что? Ты танцовщица, да? И что мне делать? Ты о чем вообще? Пожалуйста, дай мне уйти. Эй! Надо идти. Если меня схватят, то на этой стене появится и моя фотка. Нет, ну это пока что все неплохо сделано в плане сюжета, имею в виду. Значит, туда мне не надо. Воу. Подожди, там веревка. Но это мы сюда прилетели, да, на ней? А, мы можем вот так вот, да, естественно, посмотреть, куда идти. Сколько их тут? Да плевать. А по-тихому мы вырубить не можем, нет? Я смогу вернуться домой. Они знают, кто я. Скорее всего, да. Следы изучить. Принято.
Твоему другу нужна помощь. Давай. А вот и выход. Ладно, валим. Боу. Слишком много охраны. Пойду в парк, встречусь с танцовщицей. Тупица, тупица, тупица. Куда? Понял. Так переместилась по-тупому. Отметка. Ну ладно, нормально. Правда, кругом идем, мы здесь уже были. Все, валим. Ящерицы, и я иду. Ой, нет. Что за гадость? Блин, они здесь тоже есть. Тогда спускайтесь туда. Живо. Похоже, ко мне гости. Ладно. Чувствую, придется посражаться. Давай, давай, давай. Слушай, а разве решетки там просто не поднимаются? Так, подожди, сюда. То есть, как видите, для нас зеленый коридор сделан. То есть, ну, просто иди вперед. Идем, класс. Идем. Как раз мечтала вечером повозиться в помойке. Угу. Ты же можешь протиснуться? Люди из АИН тоже меня ищут. И еще телепортируются. Че за... Это хорошо сделано, молодцы. Почти паук. Спокойно. Наверх. Вроде никого. Отлично, ты очнулась. Ты уж прости, эти синтоиды просто действовали по охранным протоколам. Кража личных данных – серьезное преступление. Моника, не наседай. Что происходит? Куда вы меня везете? В безопасное место. Прости меня. Я знаю, что в жизни я не так хорош, как моя голограмма. Зато акционерам она нравится. Доктор Тарлтон? Он самый. Зачем ты взломала серверы? Я ничего не крала. Тогда что ты там искала? Может, лекарство? Камала, а им всего лишь хочет, чтобы мы не были бессильны перед властью имущими. Практика показала, безграничная власть опасна, гибельна. День Мстителей тому пример. Тебе
повезло остаться в живых. Наши технологии помогут исправить их ошибки. Мы сможем вернуть тебя к нормальной жизни. Я просто угадала пароль, и я не ждала, что получится. Она агрессивна. Инфекция прогрессирует. Что? Я не хотела никому навредить. Конечно. Но вдруг ты снова утратишь над собой контроль? Ну что, если ты ранишь кого-то из близких? Даже мстители поплатились за гордыню. Вы были там? В смысле, когда Кэп погиб? Вы были там? Да. К счастью, Моника нашла меня на мостике. Восстановительная формула спасла мне жизнь. Давай, Камала, сделаем это, да? А им хочет тебе помочь. Я как-нибудь сама. Черт возьми! Схватите ее! Живо! Молодец, Камала. Теперь они знают, что ты из нелюдей. Дура! Чем ты думала, а? Вступишь в сопротивление? Станешь героем? Домой нельзя. Ами, Абу, их же накажут. Что я наделала? Юта. Старая база щита. Сопротивление знает, что делать. Распознан представитель. Ну чего, давайте свалим от них. Воу-воу-воу-воу-воу. Че такие злые? Прятаться негде. Надо бежать из города. Отлично. Тихо ты. Пойдёшься. Да вдарь ты ему. Черт, нет. Ну, почесали. Бегом. Давай! Камала Хан, остановись! Вот еще! Так. Эй, пусти, не прыгай! Че? Не туда, что ли, побежал? Да, вот сюда нужно было, понятно. Эй, пусти, не прыгай! Класс! Надо валить отсюда. Есть. Блин. Ты сейчас шутишь. Но прям очень приятно, что здесь есть такая сложность, что прям вот, знаете, один-два удара и ты труп. Хотите, да, все понятно. Мои силы? Пожалуйста. Хорошо. Давай. Как ты догадался? Уходим. Ну-ка, я посильнее могу ударить? Нет, это самое сильное. Это гранаты? Не вижу нифига. Нормально. Все.
Все, все понял. Подожди, а что это такое сейчас было? Так, ладно, нужно заряжать по новой силы. Блин, зараза. Ну и что? Это все? Да, это хорошо, прям очень хорошо, нормально сделали. Вот когда на максимальной сложности играешь, боевка действительно становится интереснее. То есть вначале это просто разминочка была, а сейчас это действительно круто. Причем у меня такие умения прям, я не знаю, мне очень нравится. Хорошо сделано. Боевка прям, знаете, какая-то такая сразу стала плавная, текучая, переливающаяся из удара в удар, прям очень хорошо. Где он там? Иди сюда, застрял там. Не, брать то, ну это не... Давай вот так вот, все, хорошо добил. Чтобы нам не протянуть новым друзьям. Уважаю. Просто супер, все как мы любим. Ну, это легко. Думаешь, ты там встретишься? Тихо. Тогда хватит пытаться меня убить. Не может. Сложно. Нужно привыкать к управлению реально просто. Или включить геймпад. Скорее всего, на нем будет попроще. Да добить его. Все хорошо. Ну что, это был примерно где-то первый час игры. Индивид 1102 создает свои точные копии. Разве только цвет глаз незначительно варьируется. Клетки делятся по центру, создавая отдельных индивидов. Она как червь планария, но человек. Именно. И сохраняет воспоминания своего породителя. 0925 выпускает мощные сгустки энергии. И еще минимум полдесятка способны управлять огнем. У нас целый арсенал. Программируемая сила под нашим контролем. Конец героям и их ошибкам. Тебе нужна еще доза. Я в порядке? Ты полгода пролежал в коме. До этого ты задыхался от кашля. Еще пара доз восстановительной формулы, и ты полностью излечишься. Они все еще зажигают свечи перед статуей. Если б не молот, я бы давно снес ее. Брось ты. Зачем показывать людям, что ты боишься мстителей? Доверь это моим людям. Займемся адаптоидом. Ты права. Эта версия, возможно, мощнее. Она стабильна? Почти. Это потрясающе! То есть она на ней свои эксперименты проводит, понятно. Тут можно прям как стрим продолжать играть и играть. Видите, оно течет из одного в другое. Хорошо сделано. И это правильно, сам будешь садиться играть, и ты просто не оторвешься.
Вы позвонили Юсуфу Хану. Оставьте сообщение, и я перезвоню. Привет. Я все же решилась. Мы с Наки и другими в лагере. Представляешь, мобильный тут не ловит, и мне пришлось тащиться до автомата, чтобы позвонить тебе. В общем, ты прав, тут полный улет. Буду в воскресенье. Буду паинькой. Люблю тебя. Ну что, предлагаю на этом остановиться. Я надеюсь, вам понравилось. Если так, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Все зависит, естественно, от интереса зрителей, будут они или нет. Но мне, честно говоря, игра зашла. То есть, что я как бы вот смотрел человека на стриме, было прикольно, но непонятно ничего. А вот теперь, когда я вижу предысторию, я вижу все это развитие, действительно сделано хорошо. Да, конечно, я там сказал, что кое-какие идеи были позаимствованы, но они перетекают, на самом деле, из комиксов, мультики, фильмы, в игры. И это, на самом деле, нормально. Эту историю с суперами очень многие использовали. На этом все. Удачи, друзья, пока. Увидимся в будущих выпусках. Согласно теориям из интернета, в этом каньоне есть база сопротивления. Это мой последний шанс.